Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Killing Floor. Так, чё я тут хотел поиграть, значит? Я хотел, собственно говоря, продолжить играть снайпером нашим. Докачать его до второго уровня и продолжим играть на следующей арене. О, какая тут у нас арена. Так, включим фонарик. Куда нам тут бежать, к магазину? Непонятно. Хедшот! Хедшот. Тебе нужно выжить, чтобы увидеться со мной? Да, конечно, я выживу. В чем проблема? Опа, дабл хедшот. Запишите, пожалуйста. Вы это видели? Я это видел. Это было круто. Так. Чё ты тут боишься этого? Хедшот. Блин, надо почаще хедшотики делать. Вот сейчас вот специально целился, хотел сделать хедшот, не получилось. Вот когда особо не заморачиваешься, там не прицеливаешься, ничего. А ну-ка. Вот сейчас вот я так и не понял, хедшот я сделал или не хедшот. А, туда надо бежать. Хорошо, эта штука появляется, а я уже бегу и не туда. О, бронежилет, круто! Броник на халяву. Вот это кайф. Это реально кайф. Броник и на халяву. Блин. Почаще бы они так выпадали. То выпадают тут всякие автоматы, пулеметы. Так, я, кстати, сейчас хочу попробовать какую-нибудь новую пушку. Но для начала пару Desert Eagle куплю. Малыш, у тебя нет на это денег. Да я понимаю, что у меня нету денег. Но я уже купил все, что мне надо. Больше мне ничего не надо. Все, и с парой Desert Eagle теперь можно смело ожидать там следующую волну. Что там вы, ребята? Так, а я вообще откуда? Отсюда спускался? Или это я уже поднимаюсь? Не, походу я вот отсюда пришел. Так, да. Походу так оно и было. Так, пистолетики, пистолетики. Вырло там сидит, вот еще броник валяется. Зачем тут два броника? А, ну это, наверное, если в кооперативном режиме проходить, играть в сетевую игру. Но я в сетевую игру еще поиграю. Killing Floor обязательно. Вот, обязательно поиграю. Я продала тебе отличный товар. Найди обязательно запишу это все на видео. Выложу потом. Блин, знаете, какой минус? Кстати, напишите в комментах, кто играл. Можно ли тут... Ай-я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 й. Сколько тут невидимых-то было. Я вроде бы всех перестрелял. Блин, ну это же скач. Опачки. Стоямба. Невидимая тварь женского пола. Стоямба. А тварь женского пола в форме паука. Это нормально, по-вашему? А киборг этот, чё он вообще сюда приперся? Вот это букашка. Наступите на нее кто-нибудь. Блин, это круто, мне нравится эта игра. Ля, он там застрял. Эй, куда он делся? Он исчез. Сколько я по ней выстрелил патронов, чтобы в нее попасть? Это же жесть. О, а чё, магазин что ли в том же месте? Или я уже далеко прошел просто? Так, ладно, посмотрим. Так, возьмем вот тут боеприпасы на халяву. Чтобы меньше денег потратить. Хотя с деньгами тут, как правило, проблем нету. Так, е. Так вот. Это мне не надо... Малыш, у тебя нет на... Ты шутишь, ты шутишь? Малыш, у тебя нет на это денег. А что тут вообще можно купить? Дробовик. Влад пронзитель. Это что такое? Короче, я сейчас ничего покупать не буду. Офигеть, сколько тут... Пара ракетниц. Оу, ес. Золотой гранатомет. Ты шутишь? Блин. Дорогуша, пушки не растут на деревьях. Тебе М4. Нужно больше денег. Я хочу М4.
Я определенно хочу М4. И я не хочу мачете. Хотя можно, конечно, помахать мачете. Но я не хочу махать мачете. Или я помахаю мачете. Нет, я не буду махать мачете, я его продам. Так, все. На это у тебя не хватит денег. Огненный шаромет, офигеть. А бензопила тут есть? Работать? Ай. Ходи еще. Так, все, ладно. Куда тут идти-то? Хедшот. Запишите, пожалуйста. Хедшот, сдохни, невидимая хрень. Ща, перезарядись, я готов, прыгай. Оп, чё? Ах ты! Я скоро. Если он будет... Ё-моё! Блин, а у меня как раз перезарядочка. Опачки. Так, тут с этим разобрались нормально. Они все мертвы. Пора делать покупки. Опачки. Вот теперь у нас есть 4 штуки. Я хочу купить автоматик-то повеселее. По-моему, нам сейчас должно хватить на него. По идее, должно хватить. Так, заходим. О, там же дробовик лежал. Я ж могу его взять, да? Да, или винтовка, что это? Я ее возьму. Принесу сюда. Продам. Вот так вот. Дорогуша, пушки не растут на деревьях. Тебе нужно больше денег. Томми Ган. Золотой АК-47. М4. Блин, тоже круто. А чё тут М4? Вот это да. Оу, ес. Оу, ес. Оу, ес. Оу, ес. Выйти из магазина. Блин, это страшная пушка. А у неё есть фонарик? Нет, фонарика там явно нет. Птыньк. Блин, вы смотрите, даже прицел болтается, когда я иду. То есть, ну, это реально прикольная игра. Так, нажмите клавишу действия. Что-то я нажимаю. А, вот это как работает. Понятно. Так, следующая волна. Куда бежать-то? Непонятно, куда бежать к магазину, но походу куда-то вот туда надо бежать. Или нет? Может сюда? О, наверное, сюда. О, чувак. Нифига себе. Он пережил очередь из М4. Ты чё, чувак? Чё-то М4 хрень какая-то. А ну-ка, дайте-ка я проверю. Ё-моё. Нет, всё. Стопэ. Ё-моё! М4 хрень! Запомните это, пожалуйста, все! Да, что-то на автоматы мне не везет. Я, наверное, не умею ими пользоваться. Вот. Вот я вот уверен, с пистолетом я бы... Я абсолютно уверен, будь у меня пистолет... Я бы разобрался. Но с автоматами что-то как-то не то совсем. Ладно. Думаю, а кстати, вот с чем он? С Desert Eagle. Ущерб от пистолета. От арбалета, от М14. Меньше перезарядка Desert Eagle. Блин, давайте качать Desert Eagle. Это прикольно. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.